Кавказская Албания охватывает древний и раннесредневековый периоды истории Азербайджана и вызывает большой интерес у современных ученых страны. Археологические материалы однозначно доказывают возникновение этого государства в период античности. Уже в последней четверти 20 века археологи Азербайджана начинают исследовать нераскрытые страницы истории нашей страны. И сегодня азербайджанские археологи кропотливо изучают исторические находки античности на территории Азербайджана гораздо активнее. Тавеккюль Алиев, известный ученый из плеяды археологов Азербайджана, с 2008 года возглавляет экспедицию по исследованиям Миль-Карабахской территории. В ходе археологических раскопок здесь был обнаружен исторический памятник под названием Галатапе Айниана Юнан, античный город, расположенный на обширной площади в 26 гектаров. Первые сведения об этом городе указаны в трудах античных ученых. Страбон еще в первом веке до нашей эры писал об этом городе. Образованный в эпоху античности Галатапе Айниана Юнан завершает свою историю в первой трети 13 века в результате монгольского нашествия. Во время исследований здесь был обнаружен некрополь. Фонд знаний при президенте Азербайджана организовал поездку в Акджибединский район для студентов различных вузов. Среди них были и иностранцы, представители из Турции, Польши, Италии, Украины, Пакистана и Казахстана. В ходе экскурсии известный археолог рассказал, что из некрополя были найдены 14 кувшинов и 3 могилы. Мы находимся возле древнего строения под названием Галатапе. Первые сведения об этом историческом памятнике были обнародованы в 1893 году немецким археологом Эмилем Рёслером. У нас есть доказательства того, что города Древней Албании находились именно на этой территории. Здесь обнаружены останки целых улиц, административных зданий, жилищ людей. По словам азербайджанского археолога, артефакты, найденные здесь, однозначно доказывают, что жители Древней Албании поддерживали тесную связь с Римской империей. Она была многогранной и охватывала социально-экономические сферы. Это доказывает ряд предметов обихода албанцев, а также форма строительных сооружений. Такие сведения для студентов пришлись в новинку, многие из них охотно поделились своими впечатлениями. Фонд знаний нам тоже организовал такую экскурсию. Я очень даже рада. Хоть мы столько ехали, 4 или 5 часов, но этого стоило. Несмотря на такую холодную погоду, я просто удивлена, что такие здесь раскопки нашлись. Невероятно даже, можно сказать. И то, что столько всего очень нового мы узнали. По словам Тавеккюля Алиева, на территории Миль-Карабахского региона найдены памятники, аналогичные Галатапе. К ним относятся Гаратапе, Гуртапе, Янтепе и Ючтепе. В данном ареале в процессе археологических раскопок найдены множество артефактов периода античности и средневековья. И это не предел. Археологические исследования будут продолжаться.